Всем здравствуйте! Это Карелия, с вами Надежда. Сейчас я примерно покажу, что такое стратификация, как делаю я. Вот на примере, вот тут у меня княжик Вероника Аструм. Я посеяла это дня два назад, и они у меня были дома в тепле. Набухали семена. Сейчас я их оставлю в доме, вот на даче, в холодной прихожей. Температура где-то от 0 до плюс 5. Вот так они еще у меня неделю простоят. Затем, девчата, поехали дальше. Посмотрите, сколько у нас снегу, какая красота кругом. Ладно, пока не о красоте, пока о стратификации. У многих смотрю, и что это такое стратификация. Апельсин. Вот. Стратификация – это имитация зимы. Что такое имитация зимы? Вы, наверное, все прекрасно знаете. Это понижение температур, да? От, ну, как у нас осень, еще тепло, сыро, влажно. Затем начинается похолодание, потом опять плюс. В общем, это колебание температур, правильно? Ну вот, смотрите, как красиво. Дальше мы идем сейчас в теплицу. У меня уже некоторые семена посеяны и уже стоят. Ой, девочки, в теплице залезли. Видите, сейчас я покажу. Вот мои какие-то сейчас горшки. Я их присыпала уже снежком. Но и можно не присыпать. У меня они стояли, например, и не присыпанные. Вот так вот выглядят мои горшочки. И вот так вот можно их оставить. А здесь вот такие маленькие растения. Я потом закрываю это все нутрисилом. Вот так вот все, девчонки, выглядит. И вот они у меня спят до весны, да? Если я не тороплюсь. Если я тороплюсь, я их достаю из теплицы и заношу домой. Опять же, процесс возвращения к теплу, вы сами понимаете, какой он может быть. Это постепенное повышение температуры. Ну вот так проходит стратификация. Поэтому много источников я смотрела, но все-таки я больше доверяю профессионалам, которые выращивают достаточно много цветов и именно многолетних. И я тоже стараюсь выращивать многолетние растения. Эти апельсинки какие яркие висят. Ну вот. Вот так вот. И сама я много достаточно выращиваю и семян, именно многолетних растений. Ну вот как-то так. Хотите, следуйте моему опыту, хотите, следуйте опыту других, не знаю, блогеров, или я не знаю, как их еще назвать. Я думаю, что все понятно. Еще немножко по семенам. Девочки, я, в общем-то, ведь не продаю семена. Если только кто-то просит, а просят их начиная с самого лета. Поэтому семян у меня практически нет, только для собственных нужд. Поэтому я семена продаю только тех, кто просил давно, достаточно давно. Если это вам надо будет на следующий год, смотрите летом и записывайте, что хотите, а потом скидывайте мне в какие-то личные сообщения. Вот как-то так. Пандемия у нас еще не кончилась. И поэтому, смотрите, как красиво. И почты у нас, мы стоим на улице, когда что-то получаем. Поэтому скорее нет, чем, да, ну, нет практически семян. И из-за, например, 100 каких-то рублей
Я стоять на улице по часу не буду. Поймите меня правильно. Вот такие вот у нас дела. Смотрите, как красиво. Карелия, Карелия. Все, девчонки, на этом все. Может быть, будут весной, да, как это все будет у нас продолжаться. Будут растения, потому что я выращиваю достаточно много. Смотрите. Вот такая красавица у меня. Всю зиму будет стоять зеленая. Ну, на этом все. Пока-пока, до весны. И весной я буду сама писать, что у меня есть, какие растения будут в наличии. Ну, а пока, пока-пока, до новых встреч. С вами была Надежда.